Всем привет! Сегодня мы купили вот такой вот кофе, называется Киламанджаро. Да, арабика 100%, высший сорт. Сейчас глянем, что здесь в пакетике идет на него. Но как нам продавец сказал, что оно идет немножко мягче, зерна немножко меньше и присутствует небольшая кислинка. Но в принципе достаточно вкусный кофе. Обратите внимание, что запаковано достаточно интересно. Такой настоящий такой мешочек сделан, симпатичный. То есть по большому счету визуально прям так и хочется распаковать его и приготовить. Мы сегодня, опять же, сейчас распакуем, помелим его и приготовим и скажем, что у нас сегодня, какой вкус и как нам понравилось. Сейчас посмотрим, как он внутри на вид. Так, открываем. Ну да, в принципе, идет стандартный такой полиэтиленовый мешочек у него. Герметический. Герметический, да. Вот. Зерна. Смотрим зерна. Кстати, зерна достаточно интересные. Не такие большие, как... Как он назывался тут кофе? Марагаджип. Марагаджип. Не такой, как у Марагаджип, конечно. Марагаджип. Но все равно нет колотых, да, битых. Все такие, все симпатичные. Все симпатичные, но не такой блестящий, как Марагаджип. Ну, Марагаджип, другой сорт. Да, другой сорт. Вот. Ну хорошо, хотя сейчас... все они одинаковые. То есть это считается как бы качественным продуктом, если зерна все запах, одного размера. Запах вообще хороший, приятный запах. Давайте мы его помолим. И приготовим. И потом скажем, какой вкус. Вот мы приготовили в турке этот наш новый кофе. Килиманджаро. Сейчас попробуем. Кислинки практически не чувствуется. Крепость сильная. Ну, есть маленькая кислинка. В общем, очень вкусный кофе. Очень вкусный. Вкусный кофе, поэтому рекомендую. Пробуйте.